В Владикавказе наградили победителей акции «Диктант Победы». В Северной Осетии его написали более 100 человек. Трое стали победителями. Им вручили грамоты и подарили книги об истории. Напомним, «Диктант Победы» — это тест с 20 вопросами на знание истории, военной географии и ключевых дат Великой Отечественной войны. Ответить на них предстояло за 40 минут. Акцию ежегодно проводит партия «Единая Россия». Поучаствовать в «Диктанте» мог любой желающий. В этом году «Диктант» написали не только в России, но еще в 20 странах ближнего и дальнего зарубежья. Участвую, стараюсь участвовать и подавать пример всем моим учащимся. Слова «никто не забыт, ничто не забыто» – это надо подкреплять конкретными делами. Вот. И это была очень хорошая инициатива, в данном случае «Единой России», общероссийского плана по привлечению как можно большего количества людей для проявления своих знаний по войне. Сегодня хотелось бы еще раз сказать спасибо всем, кто принимал участие в «Диктанте Победы». Хотелось бы, чтобы память о Великой Отечественной войне, о самом, таком, наверное, одним из самых тяжелых событий в истории нашего государства, она оставалась, на самом деле, учтили, чтобы наши молодые люди, школьники, студенты, представители различных областей, они знали историю свою, понимали, о чем говорят, представляли, какие события происходили в период Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Потому что в последнее время некоторым псевдоисторикам хочется поменять, скажем так, некоторые для нас это аксиомы были, а сейчас они хотят их превратить немножко в другую вещь.